В Белой Хлунице прошла ежегодная лыжная спринтерская эстафета «Лыжня от Михалыча». Забеги в честь самого себя организовал заместитель директора спорткомплекса «Здоровье». В соревнованиях приняли участие 26 команд, в которых были как дети, так и пенсионеры. О том, как прошли лыжные гонки, расскажем далее. Значит, порядок старта такой. Первые стартуют у нас ветераны. Традиционные соревнования для жителей Белой Холуницы начались с водного инструктажа. Первыми стартовали ветераны, в их числе Галина Колчина. По ее словам, именно к этим забегам не готовилась. На награды не претендует, но всегда поддерживает себя в форме и тонусе, чтобы участвовать в подобных спортивных мероприятиях. Ну, мы всегда готовимся. Мы всегда готовы. Сколько пробегаете в день? В день? Ну, я не знаю, я не замеряю, но бегаю много. Но на лыжах-то нет, немного. На лыжах нет. Просто? Я вообще бегом занимаюсь и зарядкой. В лыжных гонках участники состязались в 6 группах. Мужчины, женщины, юноши, девушки, ветераны и смешанный состав. В итоге получилось 26 команд со всего Белохолуницкого района. Уже 8-й год подряд заместитель спорткомплекса «Здоровье» Александр Шуплецов проводит эти забеги. Назвал их в честь себя, что добавляет некую изюминку в соревнования, говорит он. Как результат, год от года популярность соревнований растет. Людям нравится. Значит, будем проводить дальше. Мы для всех проводим. Сильнейшие они на лыжне выявятся. А приходят те, кто хочет поучаствовать, те, кто хочет на лыжах покататься. В этом году организаторов особенно порадовало не только количество желающих, состав групп, но и то, что многие участники заявили себя в нескольких забегах. В итоге в лидерах юноши и девушки из села Всехсвятское и семья Шуплецовых. Зоя Попцова, Оксана Савельева, Бюро новостей, Давича.